Квартира? Да, квартира, в которой семья жила, родителей взрослых не было, дети шалили, опрокинули обогреватель, начался пожар. И мы видим, что в результате пожара квартира сгорела. И мы с детьми обсуждаем эту ситуацию, по какому телефону нужно звонить. Вот. По какому телефону, прошу прощения, нужно звонить, чтобы вызвать пожарную охрану. Все выгорело. Да. Ну, художник еще пощадил, так сказать, зрителей.